Лето, зелень, тополиный пух. Для влюбленных парочек настало время прогулок. Но Курбановым расслабляться некогда. Мы дали им адрес и назначили встречу. Ну что, приехали? Нам 10-й корпус нужен. Интересно, что же мы будем делать? За углом конечная точка нашего квеста. Шоурум семейной мастерской Марии Трифоновой и Руслана Максудова. Встречать гостей они будут втроем. Пока родители завершают приготовление, их новорожденная дочка София тихо посапывает на свежем воздухе. Здравствуйте! Привет! Вы как раз вовремя, я только укачала малыша. Я думаю, что теперь нам ничто не помешает заняться чем-то очень интересным. Здорово! Поздравляем вас с пополнением! Спасибо! Пойдемте? Пойдем! Добро пожаловать в наш шоурум. Спускайтесь. Все, что вы здесь видите, сделано в нашем собственном производстве. Проходите, добрый день. Мы будем делать очень интересную вещицу для вашего интерьера. Все очень просто. У вас есть догадки, что это может быть? Ну, пока что, может быть, это что-то связано с освещением в нашей спальне. Конструкция очень простая. Будем брать карандаши и... Рисовать сегодня не будем. Главное орудие – клеевой пистолет. Нам нужно сделать базу. Можно сделать вот так, чтобы... Давайте мы сделаем каркас. Начнем. А дальше вы будете полностью импровизировать. А карандаши будут что-то типа абажура или... Да, все да? А это будет все зависеть от вас. Да. На что хватит вашей фантазии. Здесь нет правильного, здесь нет неправильного. Все, что вам нравится, все можно делать. Процесс, который объединяет, видите, мы очень одного такая... Одного все равно не получится. Да. Не-н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 е. Сделать вот так вот, задать углы, чтобы потом к ним можно было еще так сделать направляющие. Получится. Главное не заморачивайтесь, просто начинайте клеить карандаши очень много, вы еще можете это моделировать. Давай, склеим вот здесь. Инженерное мышление Никиты и креатив Даши, маркетолога, не всегда находят точки пересечения. Как же сложно, как же сложно. Видно, как работает, я говорю, мозг у мужчины и женщины, да, насколько разное мышление Даши и Никиты. Вам нужно договориться между собой, то есть одна история, она более, скажем, хаотичная, творческая, а вторая история такая четкая, минималистичная, прям такой конструктивизм. Не, ну просто если будет хаос, это будет похоже на... На арт-объект. На жилье бобра, нет? Ну вот так сидит. А дом, семейной жизни вы быстро договариваетесь между собой? И дома, да. Да. Да вроде и тут договорились. У вас есть предположение, как это вяжется с канатом, который вы... Вот с канатом пока никак не вяжется. Никак не вяжется, да. Завершающий акцент. По поводу последнего карандаша споров уже нет. Ребята уже четко знают, куда его нужно приклеить. Да пусть так. Да. Та-дам. Давайте вернем лампочку. Барабанная дробь. Ура! Ура!